Начинается партия. Да, выключает Кирилл звук. Спуск с горы. Е4. Что ж в Е5-то никто не играет? Что это вообще за убожество? D6, конь D7. В общем, Кирилл не дает мне вставить свои комментарии. К сожалению. Хотя, наверное, даже сам об этом не подозревает. Ну, о боже. Зачем идти на такую позицию? Не, ну теперь черные комфортно уравняли после того, как Кирилл уклонился от принципиальных продолжений. Тоже, конечно, ничего плохого нет, но... Ну и перереза тоже нет. Ферзь c7, да, и... К чему здесь привязаться белыми, непонятно. Может, стоит пойти слон c4 в любом случае, перевести слона на рабочую диагональ хотя бы. Потому что на d3 он выглядит уродливо. Конь d2. Может, и конь d2, хотя идеи я особо не вижу в этом ходе. Надеюсь, Кирилл не сыграет f4. Ну, кого я обманываю? Конечно, он сыграет f4 в какой-то момент. Ну, в самый неудачный, явно. Все-таки здравый смысл возобладал. Сейчас, наверное, будет сделан какой-то нормальный ход. А3. Так, ну, нормально, вот, конечно, можно назвать только с натяжкой, потому что начинают разрывать ферзевый фланг, в общем. Довольно беспомощно выглядят белые в этой партии. Уже пешки не хватает. Причем радость опять непонятна. То есть можно сыграть какой-нибудь db1 сейчас. Попытаться хотя бы слона выбить за эту пешку. То есть я думаю, что черным после этого нет смысла брать на а3 сразу. Можно просто так сыграть слон e6 и постепенно усиливать позицию. Да, я думаю, что какой-нибудь b1 надо сыграть. Потому что иначе даже борьбы уже не получится никакой. Ну и, кстати, еще один приятный момент, то что уже на 1,5 минуты меньше времени у белого. Ферзь e3. Что задумано на ладья а3, не ясно. Наверное, ничего. E2. Ну да. То есть, самое простое в этой позиции просто слон e6, наверное, пойти. Развить последнюю фигуру. С комфортом. Большим перевесом. У нас на e6 сыграно, f4. Ну, f4 уже надо было играть, потому что других возможностей для контр-игры не видно. Ой, зачем слоном-то лучше конем, конечно. Конем Кирилл побил. Позиция подскрылась, но как бы большой радости белым от этого нет. Ферзь а7, придется менять ферзи в той или иной редакции. Важно только не зевнуть слон c5, поэтому уж лучше побить сразу. Ну да, e5, ну и после конь d5 ничего хорошего белые, к сожалению, не добились. Конь e3, партия заканчивается. E3 не сыграно, но сейчас конь e3, я думаю, будет исполнено все-таки. Хотя это и послабее здесь, потому что был ответ конь e4, но незначительно. В общем, легко выиграна позиция, больше здесь говорить не о чем. Так, кроме того, что только что Кирилла зевнули слона в один ход. Какой кошмар, что происходит? В общем, оставшаяся часть партии пройдет без комментариев, потому что ну, невозможно на это смотреть. Алло. Да, смотреть на это просто невозможно. Ну, помимо... А как играть? Вот помимо общей бездарности всех ходов, вот верни позицию после 26-го хода. Хорошо. Не-не, чуть дальше, значит. Так, нет, чуть раньше, не помню, у меня что ли с экраном были какие-то проблемы. В общем, довольно загадочная ситуация. У меня на экране, вот я думаю, что зрители подтвердят, в какой-то момент была позиция, вот уже после всех этих зевков, когда у белого конь стоял на e4, он мог забрать слона на c5. То есть, либо это у меня какие-то зрительные галлюцинации. Конь на e4. Конь на e4, по-моему, вообще ни разу не стоял. Вот это вот, подожди. Вот. А это... Да, вот после 26-го хода надо будет посмотреть видео. Может быть, у меня просто уже зрительные галлюцинации. В таком случае прошу прощения. Стояла позиция слон d5, конь e4. Ну, на слон d5 сыграл слон e4. Да, но у меня стояла позиция с конем на e4. Был какой-то глупый ход ладьей, ты мог забрать слона. А потом позиция быстро изменилась на позицию со слоном на e4.
есть надо будет обязательно посмотреть, либо это у меня глюки, либо что-то с трансляцией. Скорее всего, конечно, у меня глюки. Я могу по движочку. По движочку, ну, причем здесь это? Я видел другую позицию. Не. Ну, А. тебя постепенно переигрывали. Если говорить о самой партии, то вот верни до третьего хода. Ну. Ну, то есть, ну, до четвертого, хорошо. Зачем до Е-то играть? А как D5? Или Да, просто игнорировать? ну, просто игнорировать. Слон C4. Я что-то боялся, какой он там. Не, Ну ну, не во-первых, знаю. начнем с того, что с черными тяжело же следующий ход сделать, чтобы здесь можно верни позицию после коня F6. Да, конь G5. Ну, напрыгнули. Ну, как бы все. А как играть теперь? Никак. Конь F6 нельзя играть. D5, он говорил. Не, ну D5, ну это адские мучения будут, все понятно. Почему Уже, ну адские? уже без одной черной стоят, ну что здесь смотреть. То есть после слон C4 там другие ходы, если он E7, там C6, но в любом случае приятного мало. Ну а тут получилось что-то около равенства, ну ты играл просто без плана, то есть как А я бы... не знал, что делать. Вот. Ну что делать? Ну это вот типичная ситуация для этих партий. Ты делаешь какие-то ходы, которые никак с друг другом не связаны. Постепенно тебя переигрывают, разумеется. Здесь просто эндшпиль без одной. Ничего не сделаешь. Не, я вот знаешь, что думал? Вот когда ладья встала на третью, я когда, ну вот видел то, что он эту пешку забирает ладьей. И Когда она что? встала на третью, я в какой-то момент хотел протолкнуть Е5, там какой-то ход, слон H7 и забрать эту ладью. И, ну, это все замечательно. Суть в том, что когда ты считаешь варианты, получается, что ты делаешь 5 ходов подряд, а черные не делают ни одного. И еще один момент, когда ты пройдешь на H7, ладья снова защищена. В общем, небольшие технические трудности. Всем спасибо за внимание.